Здравствуйте, мои храбрые партняшки! Сегодня будем шить данный бралет, который подойдет как на маленькую, так и на большую грудь. А как его построить, я вам показывала ранее. Ссылочка на видео в описании. Обязательно перейдите и посмотрите. Ну и пойдемте шить! Сегодня нам понадобится наше лекало, застежка, два кольца, два регулятора, туннельная лента, булавки, мыло, нитка в цвет резинки, нитка в цвет ткани, ажурная резинка для декольте и для нижнего треугольничка, резинка на пояс бюстгальтера. На большую грудь наша резинка должна быть минимум 1,5-2 сантиметра. Бретельная резинка и ножницы. Ткань должна быть очень плотной. Вкладываем нашу ткань в 4 слоя. Укладываем наше лекало на ткань, соблюдая нить основы. Закалываем и вырезаем. Раскалываем наши детали. Берем детали чашки и раскладываем их. Все наши детальки двойные. Берем одну центральную часть, укладываем ее на боковую деталь и закалываем булавочками. Край с краем должен быть совмещен. Переворачиваем нашу детальку и накладываем на нее другую центральную часть и тоже закалываем булавочками. Наш шов будет спрятан внутрь. Другую деталь делаем аналогично. Сострачиваем наши детали обычной прямой строчкой на расстоянии 1 сантиметр от края. В начале и в конце делаем закрепки. Затем выворачиваем наши детальки. Наш шов получается спрятанный внутри. Затем, немножечко подтягивая в обе стороны наши детальки, мы строчим по шву зигзагом. Устанавливаем на машинке шов C, это зигзаг. Длина стежка 2,5 у меня, а ширина 4. Строчим нашим зигзагом по краю. Вот так выглядит наш шов в итоге. Он хорошо тянется в длину. Отворачиваем нашу детальку и все лишнее подрезаем ножничками. Подрезаем аккуратно и не спешим. Берем одну деталь нашего пояса, укладываем его на нашу чашку и закалываем. Переворачиваем. Сверху укладываем другую деталь пояса и тоже закалываем булавочками. Наш шов снова получится внутри. Другую деталь делаем аналогично. И строчим по краю прямой строчкой. Теперь нужно подрезать наш припуск. Оставим 0,5 сантиметра от строчки. Для нашего удобства закалываем по кругу наши детальки булавочками. Одну деталь и вторую деталь. Берем нашу ажурную резиночку и пришиваем ее к линии декольте и к нижнему треугольнику. Пришиваем мы зигзагом. Ширина зигзага 2, высота 2,5. Пришиваем резиночку, немного ее подтягивая. И пришиваем затем резиночку к низу треугольничка.
Ее можно подтягивать совсем немножко. Ажурную резинку для пояса подтягиваем ее немножко больше, чем резинку на декольте, и пришиваем к верху пояса. Причем расстояние между нашими резинками должно быть равной ширине нашей бретели. Пришиваем мы нашу резиночку таким же зигзагом. После того, как мы пришили все наши резинки, резинку к верху пояса, резинку к декольте, резинку к низу треугольника, нам нужно будет подрезать все излишки, которые выглядывают из-под зигзага. Подрезаем ножничками и аккуратно. Пришиваем туннельную ленту. Верхний край нашей ленты должен заходить под резинку. Пришиваем с двух сторон на расстоянии 1 мм от края. Причем нижний край нашей туннельной ленты не доходит до низа на ширину нашей резинки. Подгибаем все наши резиночки, которые мы пристрочили до этого, и по краю пристрачиваем их зигзагом. Причем таки зигзаг может быть немножко шире, чем предыдущий. Складываем наши детальки лицом к лицу, совмещая края, закалываем булавочками и строчим прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Отправляем наши припуски в разные стороны и по центру строчим зигзагом. Все излишки подрезаем. Пришиваем резинку к низу пояса, немного ее подтягивая. Когда вы дойдете до треугольничка, вы выложите его стороны, как на чертеже. Немножко подтяните резиночку и прострочите дальше. Теперь нам нужно подрезать все наши излишки ткани, подогнуть резинку и прострочить зигзагом по краю. Но перед этим нужно вставить нашу косточку. У меня это стальная спиральная кость с двумя наконечниками на концах. Кость не должна доходить до резинки на 3-5 мм. Пришиваем резинку в этом месте очень аккуратно. И следим, чтобы край нашей туннельной ленты вошел в шовчик. Пришиваем нашу застежку. Справа у нас будет крючок, а слева петли. Пришиваем нашу бретель к изнанке очень мелким зигзагом. На расстоянии 5 сантиметров от застежки мы пришиваем кольцо. А как пришить кольцо и бретель, я думаю, вы уже знаете. Если нет, то смотрите наши предыдущие мастер-классы по нижнему белью. Там все подробно рассказано и показано. Я надеюсь, данное видео вам было полезно. И я жду от вас комментариев. Напишите, пожалуйста, что у вас получилось. Поделитесь вашими эмоциями. Я надеюсь, что мы теперь нашьем кучу таких мега удобных бралетов и будем носить их и день, и ночь, и вообще круглый год. Если вы хотите помочь нашему каналу, то как это сделать, есть внизу. Почитайте, пожалуйста. Спасибо за просмотр, до новых встреч и пока!